Считанные дни остались до Нового года. К сожалению, режим прекращения огня действует не по всей линии фронта на Донбассе. Но все маленькие жители ДНР с нетерпением ждут своих подарков от Дедушки Мороза. Седьмого декабря малыши Кировского, Петровского, Куйбышевского районов Донецка получили подарки, о которых писали в своих письмах Деду Морозу. На вручение подарков дети пришли в костюмах сказочных персонажей. Ребята водили хороводы вокруг новогодней елки, пели и танцевали со Снегурочкой и Дедом Морозом. Детские лица сияли от счастья. Предновогодняя радость переполняла и взрослых. Мы ждем Нового года, желаем счастья и здоровья друг другу. И, конечно же, мирного неба. Я бы хотела пожелать счастья, добра и здоровья, чтобы не стреляли. Тебе нравится подарок? Ты такой у Дедушки Мороза просил, да? На этом наши встречи с детьми не заканчиваются. Нас ждут еще самые маленькие жители Донецкой Народной Республики. Наталья Синявская, Алина Боярская, Георгий Морозов специально для Новороссия ТВ.